В честь праздника игра не запускается, крутит авторизацию и все. Но может там у них что сломалось? Эльдарыч, здорово! Заходи, поснайперишь. Опять не в тот бой попал. Я на тему стрим-снайперства, знаете, что скажу? Я яблочко пытался стрим-снайперить. Ни хрена не попадал. Вообще не попадал. Просто так катался на тестовых кораблях, два раза с ней попал. Ну вот пока играл просто, это не так давно было. Я такой сижу, думаю, ну офигеть просто. Стрим-снайперить просто, когда нету вот массового наплыва тех, кто это пытается сделать. Вот почему-то баланс так проще. Что там есть? Сталики нерфанут боксинг. Рандом был против меня. За залп фулборд Ольдье прямо в циту и не засчитал. Так бы основной взял. Спасибо за игру, пойду работать. Давай, копейщик, свой шанс ты испытал. А я постреляю с Мусашкина куда-нибудь. Со странными перками. Куда-нибудь постреляем. Такая же хрень, переустанавливаю корабли. Так это не поможет. Зачем переустанавливать корабли, если не ставятся модки и прочее, то это серверная фигня. Это серверное. Так, липанты там где-то вдали катаются. Этот притормозил. Даже подвернул. Какой наблюдательный молодой Шорс. Он, правда, все равно сдохнет. Но хотелось бы от нас, чтобы это произошло. Какие шикарные облеты. А потом просто три пробития на 8400. Окей, поплыли дальше. Или в индюка лучше стрельнуть. Давайте в индюка жахнем. Шорс просто все равно должен умирать. Его там допинают. Его Кливленд вон пушит прямо так. Агрессивно. А у нас тут что? О, да, и первую кровь забрал я. Неужели? Класс. Это прекрасно. Я пока в кооперативчике. Правая рука в гипсе. Ой, что ты это самое. Ты зачем клавиатуру ломал рукой так сильно? Выздоравливай. Гипс это штука такая себе. Чё-то текста много. Маринки на мороженку, короче. Ох, это служба. Спасибо тебе. Ты отдыхай. Нормально. Выспался, чувствую, ты хорошо, что не втыкаешь в происходящее. Маринке мороженку оформим. От души. Я так что-то в каком-то, знаете, странном настроении катаюсь. Вроде бы все хорошо, а вроде как бы и что-то подбешивает. А вроде бы и пофиг, а вроде бы и не пофиг. Нам бы на самом деле толпой бы вперед плыть-то. Да доминировать, да побеждать бы здесь. Че против семерок-то стоять? А то сейчас простоим, вот оттуда еще девятка перетягивается одна. Потом воюй с ней. Ну, в итоге где-то Донской наш сдох. Донской, Донской. Надо Балтику вот эту вот стопать. Она слишком куда-то агрессирует. На самом деле, вот я не смог сбросить перки, и сейчас типа Мусаши без меткого. И как-то подозрительно косо на нем летят снаряды. Подозрительно косо. Че, стрельнем? Д
9 косарей, неплохо. Для особо сумасшедших, что за рулеткой? Да это просто, чтобы было интереснее, если кто задонатит. Там, короче, в этой рулетке разные стимулирующие вещи написаны. Либо уровень боев, какой идем, играем в специфику стрима. Либо капитан без модок, капитан анимешный, бонус коды взять на толпу, разыграть и еще что-то. Там, короче, разное. Я уже перечислял, Михаил, тебе за использование суперчата от души. В общем, это так, чисто баловство. Чтобы не просто донатики набивались. Если они будут вообще. Но там службы доставки с шадоуглюком протестировали неплохо. Также еще у нас эти мобильные кораблики поддержали, за что им от души. Яблочко, само собой, первейший взнос внесла. Ыть! Удачных боев нам организовал. Мы, между прочим, после этого еще не проиграли. То бишь, как бы люди постарались, поддержали. Ну че, блин, останавливаться сейчас придется. Иначе под слишком большое количество линкоров плывем. Радует, что Дергросса не пошел с нами на сближение. Мы так вроде в Леоны кидаем по 3, по 9, по 8 косарей. А цитадель-то, месье, не слыхали? Или вы с зеленой херотенью обмазались и все? На этом ваши, так сказать, ваши возможности закончились. Даня, я в эйфории, пятница, вечер. Никуда не надо, оказывается. Стрим. Так суббота же. МММ. Это служба доставки, я тебя огорчу, суббота. Пятница вчера была. Или это я, блядь, должен огорчиться, подожди. Ну давай рискнем. Ну давай рискнем. Ты два раза крутанул. Ну-ка, дай полоску. И мотороллер еще, ну господа, вы не перекрутите, блять, а то, как она называется. Как она называется? За стрим все не успеем скатать, блять. От души спасибо большое. Будем совмещать, там я видел, что исключение в бой, то есть какой-нибудь корабль возьмем, который я на обычных стримах не катаю, потому что, ну, я бомблю сильно. Там прям даже с матом пятиэтажным. Я бы даже сказал до 16-этажного. От 5 до 16 скачет. В зависимости от ситуации. Бля, мужики, спасибо большое от души. Я, блядь, растерялся. Тут по кораблям стрелять, сука, надо, а я ничего-то не могу. Опа, здорово. Цитадельси. Блин, снаряды реально безметково просто убого летят. Я как представлю, что его скоро из игры уберут. И что делать? Вот так играть, что ли? Немножко тошнотворность какая-то подкатывает от такой игрульки. Матроскин, здрасте. Нервы в порядке уже давно. У кого? У всех? У всех в порядке должны. Ну мы, короче, с вот этими 9 линкорами здесь встряли. Нам их убивать очень долго. Такая бригада впарывается. Слушайте, это даже на морской... поперло нахуй. Это даже на морское сражение похоже. Вы посмотрите, какие психованные. Прям толпой хуярят, блядь. Даже меня перегораждает. Я не могу остановиться от порыва идти вместе с ними. Нас там всех, возможно, и отмудохают, но похер. Ну, братан, ну линкору мешаешь атаковать. Ну, ты что делаешь? Чирик еще в муссаж положили. Так, один отвоевался. А так красиво плыли в какой-то момент времени, блядь. А дальше что-то все посыпалось. Я надеюсь, что мои товарищи Жанбар и Джордж и Ригу вон ту вон проконтрят. Чтоб она мне в бортину не начала стрелять, потому что она в принципе может. Нам надо все-таки Мусаши как самый большой калибр попытаться грохнуть. Я поэтому не понимаю, нахера они в Дергросса крейсера мои лупасили. Потому что надо убить Мусашку, он-то пробивает все и вся. Ну как, иногда бывает, что вот просто резко и дома. Вижу,
Но херачит зачем-то и в Дрогросса. Я не могу третьей башней стрельнуть в Мусаши. Да, шли красиво, но я прям так и думал, что мы не сможем их продавить. Они толпой вывалились. Фокуса какой-то определенной цели нет. Кливленд помогает мне попосасывать от души ему. Рига развернулась, потому что мои линкоры вон те не успевают нихера. И все это мракобесное немножечко для нас печально. Но хпшки нам все равно должно хватить. Главное Мусашу убить. Прям, блядь, 15 тысяч. Чё ты в Дергросс-то стреляешь? Тебе Дергросс ничего плохого не сделал. 7400, мало. Короче, я не знаю, почему они в Дрогросса стреляют. Дрогросс в такой ситуации просто выдерживает дистанцию, в ПМК к нему не вкатывать. Он же отступает, просто отступает. Стрелять, блядь, башнями какие только там не могут стрелять, да? Мы третьи стреляли, носовыми херачили в Мусаши. Я не знаю, зачем Дрогроссы. Мусаши вас же всех и убил, блядь. Не, там Советский Союз всех поубивал. Но вроде сыпется. Сыпются, сыпются, сыпются. О, Дрогросс свое дело сделал. Да ну на, суббота, ты ж по пятницам стримишь. Народ, не спите на закате. На мороженьку, короче, пипец. Да, служба от души. Но это стрим не понедельник, среда, пятница. Это внеплановый. Раньше мы до рождения Илюхи стримили по выходным. Кручу, 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 кручу. Ты, блядь, мне параграф сейчас напоминаешь. Там верчу, много его? Верчу, 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 верчу. Короче, забыл, че хотел, лол. Ну-ка, блядь, что там накрутил-то? Я посмотрю. Сейчас будем смотреть, что накрутили. Мне уже надо выписывать стрим. Это будет. Интересно, а как балансился Мусаши на 9 уровней по сравнению с Ямато? Типа, самолетики сбивает похуже. И все. Крутим барабан дальше. Тебя, натурал персон, чуть-чуть опередил, я так понимаю, на прокруточку. Короче, сейчас доиграем этот бой и пойдем в словесные разговоры ненадолго. Я что-то еще в скорость лепантов не смог. В корму ему на 16 тысяч зарядил. А надо бы в бортинку было. Он там подставлялся. От души за донатики, за поддержку кручу-верчу, блядь, юморист. Тут надо довоевать, понимаешь? Мои крутители вон умирают. Крутители, крутители. О, бля, что-то мы победим вообще, не? Не, нормально. Вот это хорошо. Это прямо добротный дамаг сейчас прошел. Ты ж будешь светиться. Я тебе тайну открою. Ты стрелял с ГК. А может, и не будешь тогда. Короче, Блыска не может нам Акацуки законтрить. Атага там катается в полужизни. Мы должны убить эти два линкора. Атага убил Блыск. Красота. Я бы рассказал что-нибудь про кота. Наша команда близка к победе. Но не буду. Это пиздец, как хуёво. Мы остались в 3 ЛК против Акацуки. Какая прелесть. Лепанты там покалечены. Должен умирать. Так, должен, но нужно перезарядиться и выстрелить еще разочек. Так сказать, для более интересного геймплейчика. Мы, благо дело, стреляем чаще, чем он. 5 минут до конца боя. Хватит ли урона? Вот в чем вопрос. Он там и в хил ушел. Бля, ну точность просто...
Ебунячий разлет. Ебунячий. Там еще и Татага. Но на самом деле я скажу, что мои соотрядные хуево сыграли. Потому что они ушли вдвоем в ту сторону, и в той стороне они нихера ничего не сделали. Упс. Видит боженька не специально. Видит боженька не специально, он сам. Я вообще просто плыл вперед. Нам нужно занять эту точку, вгрызться в нее. И если Акацуки идет на нас, то нужно пытаться тянуть время и победить от точки С. Если Акацуки ушел на С, то нужно просто за эту точку сейчас стоять до последнего. И шо? Правильно, побеждать все равно по очкам. Мы так-то ведем, команду их мы перестреляли, плюс все-таки контроль точек за нами большую часть боя был. И они, так сказать, подсливаются. Но это все мелочи. Татаговский презент идет. У меня есть корректировщик. Я теперь могу стрелять далеко. Акацуки на С ушел. В общем, короче, забираем эту точку. А забрать бы ее еще. Атага нас пересвечивает и на изи может просто сбивать захват. Сука. И если нам не повезет на урон, а нам повезло на то, что Атага по стрелухе затеял. Охуенно. Одна или две? ПТЗ! ПТЗ, Ватага! ПТЗ, блядь! Ой, ты моя прелесть! Ты только что линкор отхуярила, блядь! Ты чё, не можешь ПТЗ Атага пробить? 460 миллиметров боевой мощи, блин. Нормально, Атага лажанул. Ему нужно было держать дистанцию, просто оставаться на центре и держать меня в засвете, чтобы не дать эту точку захватить. Мы от одной точки победим, Атага слишком далеко ушел. Сейчас под угол вот этот вот подожмемся и все. У меня было сегодня два интересных бойца в первом бою. Я вышел на курфе, меня зажгли две тундры. Я еле как 30к набил. И в следующем бою я вышел на коне, на ББ 210к накидал и крякина сделал. Ни одного залпа фугасами. Ну что тебе сказать? Везение и мужик. Ну, фугасами на британцах надо стрелять, потому что все-таки фугасы — это их основной снаряд. Но истинный дзен, конечно, британских линкоров — это именно в комбинировании снарядов. Тот, кто познал комбинирование, тот может и поднагнуть. Ждем минут 30 и побеждаем со спокойной душой. Атага, кстати, идет сюда. Но это уже мелочи. Корректировщик нам повезло, что его спалил. Ну, а я так понимаю, Атага, смотрю, агрессивно настроен воевать с нами. Ты посмотри, что. Прямо, может, выпрыгнет на нас. Надо, короче, скорость набрать. Но он, может, точку попытается застопать. Ща поржем, как 460 миллиметров будет в случае чего Атагу убивать. Это ж не линкор. Ну не знаю, для Атага, в принципе, если он выходит, я его убиваю, мы побеждаем. А если он выходит, я его не убиваю, ему везет, то он может еще что-то изменить в теории, но сомневаюсь. Рискнет, не рискнет. По времени уже мог бы и рискнуть. Может сюда, кстати, пошел закладывать курс. Мне, в принципе, похую, 25 секунд дотянуть осталось. Не, просто прямо поплыл. Под Эргросса настреливать начал. Но мы точку удерживаем, это самое главное. Трешанинка, конечно, в конце получилось. Я так и не понял, что мои Жанбар с Джорджи, вы не обессудьте, просто это конструктивная критика. Вы там что-то постояли, Ригу пропустили в тылы и так далее. Надо было вкатить на них, просто разобрать их и все. Мы тот фланг вон продавили, там красивая группа-то вышла, опиздюлилась, потаранилась. Ну, вроде как бы дощемили 3/9 линкора.
Но победили, нормально. Я даже подамажил, что-то хорошо. Момент с Советским Союзом так прекрасен. Так, это значит, я себе бонус кодов-то, да, забираю бонус коды. Выжил, смотрим, господа. Дэн получил мастер ближнего боя. Надо сейчас никнейм.